Попытка, давайте. И раз, и два. Бум! Кристин! О, май гад! We did it! Ага, I told you. Listen. Ну что, друзья, вот мы свалили. Видите, да? Это одна, то есть вторая, четвертая часть этого дерева. Вот она. Видите, да? Вот она упала. Именно так, как мы хотели. Именно так. Это очень важно, что она падает не на соседский дом, не на хозяйский. Вот видите, да? Вот это я подрубил. Ага. И вот это она держалась на этих, значит, цеплях. Я пошел, да, и соседка мне помогла потянуть. Видите, да? Какая красавица! Уп! Окей. Кристин, ага. Thank you very much. You did terrific job. Terrific. So, yeah, give me a fist bump. Ooh. All right. Thank you, thank you. So we made it. I was wondering if there is no light, nothing. But now it's so about two more parts to cut. And but these are easier because they are down. They don't have to climb as far up in the sky. Ну что, друзья, мы сделали большое дело. Уже стемнело, но мы работали, ну, как буквально, опять, как, ну, как крепостные, да, крестьяне. Ну, до свидания. Спокойной ночи. Bye-bye, Кристина.